Добрый день! Сегодня в нашем конструкторе на сайте Эпитафия я сделаю проект, который ранее я не делал. Он несложный, его особенность – это все находится в граните, два памятника и без ограды. Сейчас за несколько минут все вам покажу. Для начала заходим в раздел «Ограды», «Фундамент» и добавляем фундамент по всему участку. Соответственно, сделаем высоту 100, чтобы он не был такой высокий. Далее заходим в покрытие, добавляем плитка гранитная. Вот она лежит, соответственно, все готово. Далее заходим в памятники, добавляем две стелы. Эти стелы в этом проекте, они находятся в самом начале у нас, первые в списке. Далее после этих стел форма здесь все как и было. Размеры все остается таким. Добавляем сюда два цветника. Вот они. Второй цветник. Материалы все то же самое. Вот они. Соответственно, цветники ставим. Сейчас выровняем все по размеру. Как я это все делал? Отодвигаем памятник. Здесь он должен находиться. Действительно, вот его место. Далее цветничок добавляем. И размеры. Размеры цветника нужно по подставке 600, чтобы он был. И заполнение у него... искусственная трава. Соответственно, второй цветник то же самое. Искусственная трава, заполнение и размер 600 на 1000. Итак, все это мы дособрали. Ну, в целом я попал. Вот, все, смотрите, идеально, красиво. Теперь осталось, что нам сделать? Только одно осталось сделать. Выровнять немножечко здесь памятник. Так, это секундное дело. Конструктор позволяет как угодно, соответственно, в размере участка двигать все. Ну что ж, мы все сделали. Осталось сделать две гравировки. Ничего сложного. Давайте сделаем их. Памятник, подставка. Нанести гравировку. Так, у нас здесь с вами будет изображение креста на одном и на втором памятнике. Крест номер 3 берется. Здесь чуть поменьше размером, вот и он. Добавляем точь-в-точь крест номер 3. Тоже размер чуть поменьше делаем. Вот и он, соответственно. Далее. Нам нужно добавить 3 гравировки. Значит, здесь добавляем гельветика. 3 сантиметра, 3 штуки. Гельветика, 3 сантиметра. Я всегда делаю сразу это, так удобней. Потом просто перемещаю уже пастели. Можно, естественно, менять и шрифты здесь, и размеры. Я делаю это вот так вот. 3 сантиметра. Так. Соответственно, добавляем даты. Нам нужно 3 даты. Тоже гельветика. 2. Гельветика. 2. И третье, это гельветика 2 сантиметра. Итак, все я сделаю в едином стиле. Ну и по факту, в целом, это вся визуализация этого проекта. То есть, вот он готов. Это важно. То есть, здесь намного будет понятнее, когда это визуально видно. Наш конструктор все это позволяет сделать. Добавим окружение. Вот наш проект, друзья мои, менее 5 минут у меня это заняло. Пробуйте по-разному, с оградами, без, с поднятым участком, с цоколем, с таким памятником, с другим, с горизонтальным, может быть, 3 вы хотите, 2 разных. Ну, имейте в виду, что конструктор создан для того, чтобы помочь вам увидеть это до того, как обратиться к нам. Мы поможем. Мы хотим, чтобы места памяти выглядели достойно, чтобы это было понятно и будущему поколению, чтобы это было правилом, правилом ухода за памятью о наших близких. Обращайтесь, мы поможем компании «Эпитафия». Наши близкие живы, пока жива память о них, и наш конструктор отличный тому подтверждение, что мы хотим помочь вам следить за памятью о ваших близких, чтобы вам было это удобно. Из любой точки мира, телефон, компьютер, планшет, все это позволяет вам сделать свой проект буквально за несколько минут. Меня зовут Юрий Синицын, компания «Эпитафия». Мы еще много-много всего интересного вам покажем и расскажем.